Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, канал называется «Хоть и футбол, это жизнь», но у нас это второй выпуск нашего карантинного турнира. Сегодня у нас UFC, мы решили немного футбол так сместить. UFC я брал в начале года по дешевке, вот там была классная скидка. Я могу и этого взять. Ты видел или ты уже пролистал или нет его? Да, я видел. Вот смотри. Один Ли. Другой Ли. Брюс Ли, серьезно, там Брюс Ли? А почему у меня... Ты вообще знаешь, кто такой Брюс Ли? Я не знаю, что он тут делает. Ты видишь, почему 0-0? Это типа этот актер или... Ну, я не знаю, либо... ну ты понял. Это типа какой-то... Я скачал что-то, там это было бесплатно, забрать можно было, типа... Это типа как икона, типа в FIFA такой, типа поиграйте. Да, блин. Пурье, бери, чё ты? Так... Я все пролистал. Хочешь Хабиба возьми? Не хочу. Хабиб против Хабиба. Отлично. Да. Можем мы в тяжелый вес пойти? Вот этого хочу. Уверен? Да. Окей. Делай шутку. Сложность. Да, вообще самую большую ставь. Мы ж вообще это легенды. Легенда. Да, мы крутые. Место проведения Тойота. Центр, да. Или пруд, Тойоту или в пруду будем. Тойоту давай, хочу Тойоту. Сейчас мы разнесем. Это Тойоту. Не точно, да. Я вообще, правда, я не помню. Я последний раз вот играл в этом, в январе вроде. Ну, может, в феврале еще, а потом мне типа памяти не было, я удалил. Давай, короче, договоримся так же. Типа. Хабиб Хубулов. Давай, короче, типа договоримся, руки пожмем, судью оттуда. А, я пробовал. Так, я справа. А, ты... Я тебе сейчас показываю, короче. Квадратик, рука левая. Уйди. Квадратик, рука левая. Треугольник правая. Давайте пока кружочек, кружочек ногой правый, левый крестик. Так. Давайте по ягору учиться, как в спорт. Играл в спорт? Да. Ну-ка, погоди. Оп. Типа зажимаешь R2, он ставит блок. А вот так вот этой правым стиком он что-то как-то типа либо вверх, либо вниз, я что-то не понял. Опа, это уворот! Да, уворот, если назад делать, типа... Замечательно. У тебя выносливость, от этого тоже, кстати, зависит, так что лучше не махать. Чё и просто. Ты не дотянешься. Ну? Ну втык! Ну всё. Все, так вот и играй. Хорошо, мне видно. Че там камеру вылупил? Зажимать L вот эту вот и пробовать можно вверх вот так, типа, ну и наверх. Мы не типа. Можем, мы не в такой категории. Да, ну типа они могут все равно полетунуть. Все, погнали. Ну-ка, сейчас почему, смотри. Давай, come on, baby. Ладно. А, вот это, вот это вот еще, R1, типа, и на кулак, типа, он, видишь, вот так, типа, именно замах. Ну, прям из-под локтя, вот так. Добиваем, ребята, добиваем. Да ты что, блин, я даже не могу успеть. Глоб-то, стой. О, камеру поменяли. Ну, ой. Что, да, увернулся, да? Оп. Блин, мои эти показатели там, а эти здесь. Он сам встал? Нет. Я говорю. Ты сам встать не можешь. Ну ты, блин, я, блин, зажимаю, нет, он бить не хочет, на. Ну ты, блин, почему я нажимаю? Ты точно меня подключил? Да. Ну смотри, можешь не тыкать сейчас, да, увидишь. На. Вот, видишь, ты закрыл. Ты шо, блин. Да, блин. У меня нос уже кровоточит. Все. Я вырежу. Что-то быстро у нас тут получилось, посмотри. Тут. Чё обиделся, чувак, блин? Обиделся. Так, ну в любом виде бокса мы типа сделаем до 3 матчей, типа, да, сейчас второй. 3 матча я выиграл. Да, ты упал уже.
А что, договор был не это? Мы же договорились, что я сольюсь в первом раунде. Ты шо? Не, такого не было. Где мой? Где мое? У него вон, у черного. Иди сюда, давай его возьмем. Опа. Что за магия Хогвартса? Я нажал у ворот, ты че? Ой, а я умею, кстати, ногами. На. Ты не та весовая категория. Длина. Ой. Ну ты, конечно, ты сильно выносливый, стопады, ты это ж... Вот точно, опа, и все. Блин. Какой, что вышел? На. Блин, я... Как ты его захватывал? Да! Успокоил! Да ты! Собора! Что? Чё? А где Эр, я не знаю. Подожди, я не нашла. Отдохнёшь, я знаю. Да, я отдохну. Да хватай ты его! Во! Да что? Ударил. А чё сейчас? Я только зажимаю. О, чего? Ну шо, струйся, да? Ну куда он опять делся-то? Да шо ты? Ты чё ходишь, блин? Опа, да. О, понял. Вот, что получилось. Даже. Не. Подудушающий. Ну еще боксом занимаешься? А, стоп. Ну погоди. А, все, я думал, я справа, да. Я вообще... типа думал, что-то у меня не получается. Типа, я думал... Мы вообще боксом занимаемся? Да, борьба. Ну, ой, я тут вот что делаю? На. Сейчас тебе выносил что-нибудь, это шпухнет. Да. На, я вырвался. Это я вырвался, да? Да. С моей стороны выход был. Что такое? Ой. Мне типа не больно, но типа как-то это. Я ничего делать просто как-то не буду. А, перерыв? Ну полежали, пойдем. В предыдущем раунде вы продемонстрировали отличную работу в партере, это мне говорят. Ваш соперник чувствует себя там неуютно. Ну если меня показано, значит это я. Да, ты на спине вот так лежал, как же колючка, я сел в дуле. Я по голове, да. Свят. Вон он, хлопает, иди. Я могу тебе его много бьёшь. Ну. He has knockout power in his strikes, and his big skill is being able to take guys down. Опа, на! Куда ты меня? А вот север-юг, смотри, мне написано север-юг. Куда ты меня? На, еще. Какой подъем? Да почему я-то... А почему, как ты это сделаешь? А почему я-то не могу это ничего сделать? Потому что я... Что-то странно. Два удара на месте. Там нет толк, я с блоком хожу. Да блин, я даже блок не могу нажать. Как просто на груди. Опа, эти ноги сейчас сломаю, смотри. Ты был. Левая нога, вот так.
Вставай, чувак. Мы сейчас его обделаем. Где-то мы испачкались в краске, конечно. Да ты со своими ногами закрепил! Не, блин! Да ты хоря мне в левую ногу, спиндю! Да ты хоря... Ну, блин! На мне до толку. Все, ты походу проиграл. Я тебе ногу сломал, да? Ногу сломал и доволен. Все. И давайте на это посмотрим в повторе. Да ты такой этот видел, ты разворачивался, я тебе выкрутом был. Вот. Ты уже грустный. Не буду. На тебе потрак. Ты чё? И ты мне подсрачник ногу сломал. Да. Вот, так отсюда будет хорошо видно. Ты типа такой хотел, ты правую хотел поставить такой. Ты понимаешь, я разворот не успел сделать, ты открыт был. Тебе тоже нога, ты тоже упал. Я вижу, как ты зачем. Прям, как я мог тебе кулаками вот такую ножом удрать? У меня тоже вон. У тебя косточки острые. Ну что ж, друзья, второй выпуск карантинного турнира закончился. 2-0 пока что. Максима есть шанс сравнять счет. Ну и что? Все, удар 111, а попали мы наравне, кстати, смотри, 43-44. Сильные удары, зато посмотри где. Травмы корпуса, травмы ног, уложишь, я тебе две нанес. Да ладно, блин, по ногам. Да, а мы переходим к третьему, но сегодня мы завершаем. С вами был Андрей и UFC 3. До новых встреч, друзья, всем до свидания.